В доме номер 72 в деревне Медвежьи озера, где расположена амбулатория Щелковской городской больницы, с середины февраля идет капитальный ремонт. Медвежьеозерская амбулатория построена в 1983 году. Здание, рассчитанное на 150 посещений в смену, очевидно, нуждалось в капитальном обновлении. В этом году амбулатории удалось попасть в список объектов здравоохранения Подмосковья, которые вошли в областную программу капремонта на 2023 год. На сегодняшний день полностью произведен демонтаж оборудования и начат демонтаж второго этажа. Эти работы проходят до кирпича и до бетонного основания, чтобы полностью подготовить здание к проведению основных ремонтных работ. Под замену попадает абсолютно все – инженерные коммуникации, электрика, сантехника, отопление, водоснабжение и канализация. Больница приобретет полностью новый вид. Работы планируется завершить до конца этого года. Поликлиника будет отремонтирована по действующему брендбуку. Созданы зоны комфортного ожидания, ремонт входных групп произведен, отдельные входы для температурящих пациентов. Ну и, соответственно, она будет оборудована и укомплектована мебелью и всем необходимым по последним современным требованиям.